Успей подписаться на канал и поставить лайк за 3 секунды, пока злой сиреноголовый не сломал дверь. 1, 2, 3. Ребята, в городе новая паника. У нас появился лимон. Лимоноголовый, сиреноголовый. Ребята, смотрите, настоящий лимон. Без шуток, я здесь живу. И я быстрее направляю свой дом. Давай, что я успею. Я спасся, там настоящий лимон. Смотрите, ребята. И вот это да, вот это да. Быстрее, нужно рассказать об этом своим родителям. Потому что они мне туда не поверят, если я им расскажу. Они должны сами это увидеть. Мама, папа, скорее смотрите. Где вы? Эй, неужели все ушли, как всегда? Ну, как всегда, только я это вижу теперь. Ну, почему? Почему? Ну, мама, папа, окажитесь хоть раз дома, когда какой-нибудь сиреноголовый нападает на наш дом. Эй, соседи, соседи, смотрите, здесь лимоноголовый. А-а-а, соседушки, соседушки! А-а-а, возьмите меня к себе! Ой, ой, все, он меня задел, и мне крышка. Ну ничего, сейчас я где-нибудь появлюсь. Вот, я наконец-таки появился далеко от своего дома. Это мне позволит, значит, пожаловаться всем, кто здесь есть. Вот, здесь работает мой папа. Папа! Но меня туда не пустят. Закрыто. А все открыто? А где все? Все, походу, сбежали. И даже мой папа. Папа тоже струсил, убежал от этого лимоноголового. Ребята, представляете, лимоноголовый преследует меня. Я один в этом городе, все куда-то попрятались и все куда-то убежали. Но я остался. Я буду сегодня настоящим героем. Я выиграю этого лимоноголового. Ведь он хочет меня сожрать. Или что он хочет? Давайте подумаем, какая у него может быть цель насчет меня. Так, лимончик, значит, он кислый. Угу. Что же он может от меня хотеть? Я не знаю, я-то тут при чем? Ну, я-то тут при чем, лимоноголовый? Зачем ты за мной охотишься? Зачем я тебе нужен? Скажи мне. Я не знаю, ребята, зачем я ему нужен? Он меня хочет раздавить. Что он хочет? Он хочет быть главным в этом городе? Королем? Что, президентом? Или что он хочет быть? Я не знаю, ребята, подскажите. Я не понимаю. Он застрял. Он прилип. Это отлично. Отлично. Быстрее от него убегаем, пока он там прилип. Но это ненадолго. Ненадолго, ведь он сейчас... Он за мной уже идет. Быстрее в дом. Ребята, в дом заходим. Еще чуть-чуть и все. Еще бы чуть-чуть и все. И лимон бы меня раздавил. Он такой громадный. Я просто в шоке. Давайте возьмем у кого-нибудь тачку. Вот тачка. Нормальная машина. И мы должны до куда-нибудь доехать и рассказать. Мы должны полицию вызвать. Ребята, вызываем полицию. Так не может долго продолжаться, ведь лимоноголовый не должен всех пугать. Где он? Эй! Я тебя не боюсь! Я тебя не боюсь, ты где? А-а-а! Нет, я тебя ужасно боюсь! А, не надо! Не надо, перестань! Я хотел между ног у него пробежать, но у меня не получилось! Не получилось! Что же делать? Нужно было на гелик сесть. Так, мы опять появляемся далеко, далеко от этого голова. Пойдем теперь другой дорогой и посмотрим, что же там есть. Моя тачка где-то шумит неподалеку. Это означает, что я, в принципе, недалеко. Но этот лимоноголовый, он не дремлет. Он уже здесь. Он уже здесь. Что делать, ребята, будем? А, есть? А если он сейчас позовет своего друга? Яблокоголовый, персикоголовый, апельсиноголовый, мандариноголовый. Кто еще бывает? Ранеткоголовый. Если он их всех позовет, мне точно крышка. А может, он и хочет всех позвать, чтобы они жили в этом городе, и они были здесь королями и правили этим городом. Ведь тогда... Это что? Это что такое? Он уселся, ребята, на скамеечку. На скамеечку присел. И что теперь будет? Что теперь будет, ребята? Я не знаю. Это очень опасно. Опасно выглядит.
Вставай! Ну, вставай! Ребята! Вот такой вот видосик лимоноголовый, короче, уселся. Сейчас он отдохнет и что-то начнется. А вы подписывайтесь на канал и ставьте лайкосики. С вами был Нубастер. Ну, я вам сейчас еще немножко попоказываю, что здесь будет происходить. Во мне пчеловод, я многоголовый. Из головы главный я, меня поют все районы. Я во мне пчеловод, я многоголовый. Из головы главный я, меня поют все районы. Сколько у меня голов, считай. Я ленив, так что сам давай. Голов все хотят кушать, никого не хотят слушать. Голубы что делать не знают, и поэтому убегают. Я считаю до десяти. Поставь лайк или...